Всем привет! Сегодня у нас с вами тренировка по запросу. Будем убирать жировые складочки на спине. Данный комплекс упражнений не только избавит от лишних килограммов, но и укрепит мышцы спины. Начнем. Для первого упражнения нам понадобятся гантели весом до 1 кг. Колени чуть согнуты. Ладони смотрят внутрь. Правая рука вперед. Левую отводим далеко назад. Имитируем, как будто мы держим лук в руке, в руках. Меняем положение. На выдохе. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делаем 30 повторений. По 15 повторений на каждую руку. 13. 14. 15. Еще 10 раз. 2. Правая рука с гантелей. Делаем мах. Рука параллельно полу. Возвращаем исходное. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять. На выдохе. Раз. 15 повторений. Два. Три. Четыре. И последнее. Пять. Меняем в сторону. Левой рукой. Раз. Не спешим, на выдохе. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, еще пять, пять, четыре, три, два, последний раз, закончить. Следующее упражнение, исходное, ложимся на живот, одновременно оторваем от пола руки и ноги на расстоянии 15 сантиметров. В этом положении задержались на несколько секунд и опустились в исходное. Таких 15 повторений. Опустились. Это раз. Два. Дышим. Три. Четыре. Пять.
8. Еще 5. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Последнее упражнение. Исходное на четвереньках. Одновременно поднимаем правую руку и левую ногу. Задержались на несколько секунд, поменяли сторону. Держим. Опустились. Два. Три. 15 повторений на каждую сторону. В сумме 30. 4. 5. 6. 8, 9, 10. Еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Еще 10. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Еще 3. 3. 2. И последний. Закончили. Выполняйте такой комплекс в 3 раунда. В течение месяца ежедневно, добившись результата, не останавливайтесь, иначе мышцы снова утратят свой тонус. И помните, что для того, чтобы похудела область спины и укрепили то, что укрепить спину, недостаточно этого комплекса. Вы можете ходить в бассейн, это тоже очень хорошо помогает похудеть в этой области. Также важно соблюдать питание и заниматься кардиотренировками. Ну а на сегодня все. Увидимся.